скромно. Ножку для микрофона мы принесли со склада металлолома. Подбирать слова на ходу — это просто. Читать фристайлы просто как дважды два. Только после этого на утро болит голова. Иногда мой стайл похож на калаврат. Только после этого болит речевой аппарат. Леди и джентльмены, мы начинаем наш экшен. Я плохо выговариваю слова, но это фристайл сэшн. Это доказывает то, что мы читаем на ходу. Что мы читаем на ходу, что мы читаем на ходу, что мы читаем на ходу. По-моему, P-Diddy и 50 Cent — это настоящий андеграунд. Потому что их тянет под землю наполненные деньгами карманы. Вот.